зачем так сложно? Один раз молотком вдарил и привет. Один раз молотком вдарил и перекос. А твой дед из Америки получше тачку не мог приволочь? На обратном пути заедьте, пожалуйста, в детский культурный центр. Нет, Коля, вот это не Раевский. Леонид Сергеевич улетел, неотложные дела. Знаете что, молодой человек, а вы идите, пожалуйста, на сцену. Милушка, Таня. Вы, я смотрю, такой, типа, не пафосный, да? Я... Стойте. Больше всего не люблю, когда человек пытается быть тем, кем не является на самом деле. Ну и на какие шиши ты и дальше собираешься корчить из себя Раевского? И почем? Не обижу. Тупая, бесполезная дрянь. Меч? Муж. Понял, облажался. Все. Творческих тебе успехов. Третье свидание, старик. Материальное подтверждение нежных чувств. Привет. Привет. Третье свидание, я подумал, предрассудки, но... Появился ты, и все сразу наладилось. Спасибо тебе большое. Кого-то ждешь? Вообще-то нет. Сейчас. А я думаю, чья эта красивая тачка во дворе стоит? Привет. Дим, если честно, ты не вовремя. Мы тут... Закусываете. С книгоиздателя. Понятно. А это как раз справочки наводил. А это как раз неудивительно. По поводу? Ну так, интересно стало, с кем связалась бывшая одноклассница. Не хочу тебя огорчать, Виноградова, но этот в лососевой рубашечке вовсе не тот, за кого себя выдает. В смысле? Не хочу огорчать вас, Дмитрий. Но информация обо мне в интернете весьма минимизирована, так что... Ошибаетесь, молодой человек. Сильно ошибаетесь. Так, а что случилось? Вот. Еще не успел жениться, а уже любовницу себе присмотрел. С отдельной жилплощади. Очень предусмотрительно, Леонид Сергеевич. Это... Известный модельер Полина Геллер и книгоиздатель Леонид Раевский, в начале лета объявивший о своей помолвке. А вы, Дмитрий, я смотрю, осведомленная личность. Держите руку на пульсе событий. Вот вам еще в копилку один интересный факт. У берегов Индонезии поймали чудо-рыбу с женскими ногами, представляете? Не верите?
Я могу фотографию показать. А это вы к тому, Леонид Сергеевич, что про свадьбу-то типа брехня? Ну что вы, это же интернет, там же никогда не обманывают. Слушайте, но здесь написано, объявившие расторжение, расторжение, по-моему. Это значит тоже неправда. Лень, так, ну да объясни все-таки, заключили или расторгли? Вот поэтому я никогда не даю интервью. Фух. Слушайте, ну вы же взрослые, продвинутые люди. А верить этой низкопробной бредятине, это что, по-вашему, я? Похож? Что, один в один? Фигура? Рука вот эта, да? Это что, я? Ну а кто? А я отвечу. Только для того, чтобы раз и навсегда закрыть тему. И закончить этот идиотский трёп. В общем, Полина Геллер. Девушка моего старого друга. Ничего смешного. Да, это мой давний друг. Мы играем у меня в гараже. Он на басу, я на гитаре. Вон он даже палец стёр с непривычки, бедолага. Какого чёрта твоя башка делает на его торсе? А это всё делается для того, чтобы, Дима, такие колхозники, как ты, ковыряя в носу, сидели и читали этот лошадиный бред. И кидали ссылки своим тупорылым друзьям, понял? Да, за колхознику можно и ответить. Так, давайте мы сейчас успокоимся, пожалуйста. Лёнь, не обращай внимания. Просто Дима, он после того, как мама и папа, ну... В общем, он считает своим долгом меня опекать. Сядь, пожалуйста. Угу. Пусть извинится. Что? Слушай, не будет он извиняться, обойдёшься. Я извиняюсь перед тобой, я. Вот извини меня, пожалуйста. Лёнь, давайте сядем. Сейчас. Только устрою разнос своей пресс-службе. Алло, что ты там вытворяешь вообще? Зину кормлю. Вязать ее пора, совсем захандрило животное. Так, джигит, а ну отвечай, какого дьявола я помолвлен с Полиной Геллер? А, прочитал? Не благодари, друзья с тбилисского сервера посодействовали. Ты что, совсем? Не ори. Чё ты орёшь? Мадам бы всё равно про Полину узнала твоя. А так будет отмаза стопроцентная. Там прошла любовь, ничего не знаю. Вахтанг, это что за бред? Это не бред, это пиар, понимаешь? Ты теперь крупный человек. Вокруг тебя должны крутиться грязные истории. А если Раевский узнает? Ты соображаешь вообще? Да не узнает он. Эту инфу выложили на пару дней, потом уберут. Слушай, Геннадсвали, слушай меня внимательно. Если твои дружки сейчас же не уберут эту дрянь из интернета, я тебе такой пиар устрою. Месяц жидкой диеты и постельный режим, ясно? Скучный ты, Петя. И за что тебя девушки любят? За деньги. Фух, все, выполняй. Как бизнес, Дмитрий? Почем нынче фьючерсы на кирпич торгуются? Какой мне фьючерс? Продукт прямиком на стройке уходит, так что все гарантировано. А как же риски? Не понял. Не хеджирование? Да что вы все обо мне? У вас, Леонид Сергеевич. Как, к примеру, книжки расходятся? По фьючерсам, что ли? А у нас... У нас, знаете, все больше другие технологии. Мониторинг, консалтинг. Не забивайте себе голову. Куда нам колхозникам? Ну, а какая у вас валовая прибыль? Так, ради интереса. А вы разве в интернете не смотрели? Смотрел. И как? Удручает. Расширяться вам надо, Леонид Сергеевич. А у вас кетчуп на подбородке? Thank you.
Глеб Иванович, приятного аппетита. А почему мы не расширяемся? Ну, это очень важный и справедливый вопрос, Петр. Я его обдумаю как-нибудь на досуге. Лаваш, хочешь? Я серьезно. Чем вот виноваты, к примеру, собаки Дмитровского района? Им тоже нужно питаться, бороться с блохами, а у старика Бобби есть волшебный шампунь. И что мне теперь? Что? Порваться! У нас и так завал. Машин не хватает. Курьеры тупят. А там, в Дмитровском, наверняка реклама нужна. Конечно. И с транспортом, к тому же, наши вон, орлы, туда не поедут. А как вы хотели? Вкладываться нужно, деньги должны крутиться, это же рынок. А вы, извините, сидите и варежки хлопаете. Слышь ты, Энгельс, кто этим заниматься будет? Василюк? Сомневаюсь. Лично мне некогда. Давайте я этим займусь. Мне, как члену команды, больно смотреть на ваше бездействие. Давайте сюда наши визитки, и я поеду осваивать регионы. Денег на бензин не дам. Хорошо. На данном этапе готов инвестировать. Поздравляю, мэм. Теперь вы лицо элитного бренда. Звоните агенту, будем подписывать контракт. Не надо. Я понимаю, тебе некогда, у тебя любовь. Но, Зин, надо. Надо. Да. Молодец. Зина, работаем. Ой, какие мы красивые. А кто это, мальчик, девочка? Зина. Зина, вот это шерсть. Как вам это удается? Витамины? Да нет, ничего особенного. Корм, шампунь. Я не знаю, супруга занимается. А что за корм? Какой-то английский. Заводчики посоветовали, мы же аллергики. Ой, мы тоже. Чуть что, с ушами такое творится, плакать хочется. Да, мы сначала заказывали из Бирмингема по интернету, а потом у нас появился. Где же? А, вот. Magic Bobby. Прямо домой привозят. Очень хороший, попробуйте. Спасибо. Хорошего дня. До свидания. Простите, говорите громче, я вас плохо слышу. Диктуйте, я записываю. 15 заказов и все из Дмитровского района. Нормальная, пожалуйста, реакция поменьше потребительского рынка, я предупреждал. Предупреждал? И что с этим делать? У меня все курьеры расписаны до конца недели. Ой, с дмитровскими водилами я давно договорился. Хоть сейчас приедут за наклейками. И, кстати, позвоните поставщикам, пусть еще партию подвезут. Сгружать куда? У меня склады не резиновые. А все схвачено. В Яхраме есть ангар, он пустует. Можно туда отвезти. Решетки на окнах есть? И решетки на окнах, и охраняемая территория.
и оплата по безналу. Ну вот и займись, а мне этот гемор нафиг не сдался. 50% с заказа, и ваш филиал заработает как швейцарский будильник. Лицо не треснет? Ну, пусть Василюк займется. После светофора куда? Извините, плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. 30. И чтоб никакой самодеятельности. Действуй. Да? Алло. Прости, пожалуйста, у меня снова возникло острое желание отвлечь тебя от работы. Ничего? Ничего, я бездельничаю. Провожу ревизию канцелярских скрепок у себя на столе. А ты чем занимаешься? Я в маникюрном салоне решаю, вот. Синий лак или красный. Становишься гламурной девчонкой. Ну, конечно, у меня же теперь богатый парень. Надо как-то соответствовать. Петь, тут клиент хочет партию оптом взять. Ага, спасибо. Тань, я тебе перезвоню, ладно? Ага. Что, первопечатник? Скрепки, значит, пересчитываешь? Вот она какая. Империя Леонида Раевского. Размах. Не жалуюсь. А вам, Дмитрий, зачем так много корма? Еда закончилась. Не, ну ладно, она наивная. Но меня-то зачем лечить? Что, думал, рубашечка, тачка и лохи схавают? Олигарх-недомерок, себя в зеркало со стороны видел. На себя посмотри. Хамишь? Огрызаюсь. Ты как меня нашел? По запаху. Слушай, я понимаю, твоему злорадству нет предела, но давай я ей все сам объясню. Попробуй только. Расколешь и закопаю, понял? Не совсем. Она целый год как мертвая проходила. Я пытался. Рестораны, там подарки. В Египет хотел свозить. Бесполезно. Придет домой, запрется, свет не включает и ревет. Но ты появился, она хоть улыбаться стала. Ест, наряжается там чего-то. В общем так, продолжай свой цирк, ну а там разберемся. Наврешь что-нибудь, выкрутишься. Вот, возьми. Купи ей что-нибудь, только чтобы она обрадовалась. Сумеешь? Меня не берет. Вы, Дмитрий, корм брать будете или как? Не умничай, деньги возьми. Спасибо, моя империя в инвестициях не нуждается. Привет. Привет. Доставка грузов куда ставить? Ну, что это такое? Это новый телефон. 40 дюймов. 3D-картинка, выход в интернет. Лень, ты перебарщиваешь. Что, надо было диагональ поменьше брать? Да не надо каждый раз что-то дарить, мне неудобно. Извини, пожалуйста. Ну, не надо извиняться. Я чувствую себя какой-то неблагодарной стервой. Таня, у тебя телевизор есть? Нет. Вот теперь будет. Давай вот так относиться к этой непростой ситуации. Слушай, здорово. Спасибо. Full HD. Да. Так бы смотрела и смотрела. У
Может, антенна не работает? А для такого телевизора нужна антенна? Или для любого телевизора нужна антенна? Как вы жили вообще? Весело. Ну, такая у меня сумасшедшая семья. Папа такой, ну... Мама, наоборот, такая вся. Гостей очень любили. Помню Новый год. Снимали очень маленькую квартиру. Но приглашали гостей. И сидеть негде, стол маленький. Все на полу, с тарелками, профессора, академики. Пьяные. Вот. Потом на Красную площадь ходили. Вот смотрели салют. Менделеев к нам приходил. Как-то было дело. Угу. Да, Циолковский, Курчатов. Вишневский. Мась, который изобрел. Угу. Ага. Так, есть отвертка? Отвертка? А зачем тебе отвертка? Розетку проверю. Лен, это нормально вообще? Ну, я думаю, с антенной что-то не то. А может, с тобой что-то не то? Так, в чем я опять виноват? Мы вдвоем в совершенно пустой квартире. Я рассказываю тебе грустную историю про свою жизнь. Я не знаю, я за коленку тебя трогаю. Я майку нарядную надела. Ты кричишь сейчас на меня? Да, я кричу, да. И забирай свой ящик и вали отсюда. Все. Ой, сейчас там стол, телевизор там упадет. Ой, сейчас, одну секундочку, сейчас я... Надо. Мне надо. Здрасте. Ты нахрен кто такой? Петя, Леня. Вова? Вова, ты что здесь делаешь? Живу я здесь. Можно? А Лена? Ты хочешь сейчас это обсудить? Че за мужик? Леонид, Вова, Леня, Вова. Очень приятно. Ну ладно, кувыркайтесь. Пожрать что-нибудь есть? Да, там сардельки в морозилке. Да. А, нет, это мой брат. Он с девушкой, наверное, поругался или опять влип куда-нибудь. Я не знаю, это у нас семейное. Я пойду сейчас с ним поговорю. Прости, пожалуйста. Так, ну и что случилось? Как всегда. Вы что, поругались с Леной? Это ее? Институт. Угу. Вов, что за подстава? Мы договаривались, ты учишься, я работаю. Что ты ему наговорил? Ну, ляпнул. Mm-hmm. Зачем, мол, зубрить все эти инструменты денежно-кредитного регулирования? Mm-hmm. Из-за них, кстати, весь мир в глухом экономическом кризисе. Mm-hmm. И что ж он тебе ответил? Влепил. Я в деканат, конечно. И что они сказали? Ничего. Говорят, на платный переводись. 300 штук. Мы уже оборзели. Может, ну нафиг это высшее образование? Ага, размечтался. Сейчас. Ага, так. Вот в ломбард. Можно отнести. Ну... Еще бабушкино кольцо есть, но его совсем жалко. Извините. Я так понимаю, проблемы с обучением? А ты, я так понимаю, тот самый богатый дядя? Вова! Я про тебя вообще ничего не говорю. Никому. Ага, конечно. И ты под это дело решил с сестренки деньжат срубить? Ничего я не решил. И подслушивать некрасиво. Да, ничего не решил. У нас Вова, конечно, ума палата, но... Если ты готов посодействовать, буду не против. 300 штук, говоришь? Так, Вова, прекрати, все, хватит.
Таня, извини, пожалуйста, но разговор спонтанно стал сугубо мужским, поэтому не вмешивайся. Ну и откуда тебя хотят турнуть? С инженерно-экономического. Так, все, хватит. Хватит, ты не можешь вот так вот вторгаться в мою жизнь, стареть здесь со своими деньжищами. Это подло, это унизительно, это вообще, это полное жлобство. Да? Да. А закладывать серебро усопших родственников ради этого отличника не жлобство? А это мои родственники. Это мои родственники, что хочу, то и делаю. Вообще-то сорить деньжищами никто и не собирался. Что вы на меня смотрите? Не все в этом мире решают деньги. А ты учиться для разнообразия не пробовал? Бесполезно. У нас треть группы из-за него на платное переводится. Остальные две трети гении, что ли, со сверхизощренным разумом? Да не, политика института. Решили полпотока завалить, сдачу завалил. А препод пешка, злобное натасканное животное. Это его машина, что ли? Ну, а разве не очевидно? Смешно. Григорий Степанович? Да? Мы по поводу пересдачи. Деканат. Мы были в деканате, нам это не очень помогло. Вот мы надеемся на ваше снисхождение. О, юноша, это не ко мне. И тем не менее, взгляните на этого увольня. Робкий, безинициативный, круглый сирота. В общем, не потянет он финансово платное обучение. Позвольте бедолаге пересдать. А вам, юноша, ваш протеже говорил, что я деспот, формалист и вообще дикое, бездушное животное? Говорил. Неправда. Правда, юноша, правда. Мне государство доверяет готовить специалистов. И я не могу допустить, чтобы будущее моей родины зависело от квалификации дилетантов. Будьте здоровы. Я с вами согласен, но именно поэтому вы не должны опускать руки. Да, правда. Ну, вдруг в будущем этот невзрачный отрок станет Плехановым, Кулибиным, а вы лишите страну ценного кадра. Во-первых, Кулибин не экономист, а великий русский изобретатель. Я не понимаю, почему он тут висит на кафедре экономической теории. А во-вторых, это ваш невзрачный отрок, банальный прогульщик и лоботряс. Все, дайте пройти. Проблемы, Григорий Степанович? Хорошая попытка, юноша. Меня уже номера свинчивали. Собачку мою похищали. Ничем не брезгуют ради зачета. Давайте. Зачетку? Размечтались. Давайте то, что вы тут свинтили. Откровенно говоря, была такая идея, но глядя под ваш капот, скажу, что этого и не требуется. С какого раза сегодня завелись? Это вас не касается. Либо фильтр засорился, либо воздух где-то подсасывает. Вы что же, разбираетесь? Есть немного. Дизель 2,4, 73 лошадиных силы, механический ТНВД, 78-го года рождения, хорошая машина. Зачет. Хотите, посмотрю. Да бога ради. Но учтите, юноша. Нет, я без задней мысли, исключительно из уважения к раритетному авто. Есть в них что-то несгибаемое. Все, теперь будет летать. Через неделю пусть приходит. Хорошо. Спасибо, удачи. Ну как? Что, страна оказала тебе огромное доверие. Готов ли ты взять на себя ответственность за благополучие и процветание своей родины? Чего? Чего? Пошли зубрить. Через неделю пересдаешь, что делать. Экспорт и импорт товаров могут осуществляться при участии посреднической организации, в частности, по договорам комиссии. Операции по импорту и экспорту товаров по договорам комиссии практически аналогичны обычным операциям, осуществляемым по договорам комиссии при продаже или приобретении товаров на территории Российской Федерации. Запомнил?
Вов, ты понял что-нибудь? Совокупность издержки в двухфакторной модели можно представить следующим уравнением. Совокупность издержки в двухфакторной модели. Так, ребят, смотрите, я нашла. Вот. Значит, основанием для отторжения таких расходов, какие мы говорили, в себестоимость продукции, работы, услуг, необходимо, чтобы специалисты по маркетингу работали по утвержденным техническим заданиям. А результаты исследований оформлялись правками, расчетами, актами. Приехал, вышел, так вот говоришь, дорогой, я приехал за тобой, ты потом обратно поехал, уже полный поехал, уже с денежкой поехал, уже денежку заработал, жене пришел, тебе яичницу сделала, ты опять сделал, поел, потом поехал опять. Здесь у меня животные, динозавры набирают популярность, конечно же, горшки, само собой, классика, садовые гномы. И что, покупают их? Глеб Иванович, народ сейчас вовсю строится. Конечно же, растет интерес к парковой скульптуре. Вчера только 3 Аполлонов за раз забрали. И проходит весь этот музей, конечно, через мою бухгалтерию. Через мой ИП. Вам вообще не о чем волноваться. Прогореть-то не боишься? А я ничем не рискую. Скульптуры я беру на комиссию. Когда их покупают, сразу расплачивают. Затраты только на транспортные расходы, и все. Сам додумался. Общая сумма налога равна сумме отдельных составляющих по объектам. Обед. Благодарю. По объектам потерял строчку. Смотри. Там Вова проснется. Проснется, я его доконал. Слушай, нет, я правда, я при нем не могу. Ну, поехали ко мне. Так, в смысле? И что, я увижу твой дом? Получается, да. Такое дело. Надо срочно убрать грузинские активы из моего подмосковного филиала. Не понял. Подтягиваются новые инвестиции и возможен конфликт интересов. Э, ты что, свою кралю сюда везешь? Да, и не хотелось бы сталкиваться с посредниками. Э, а ты не заигрался, Ромео? Решение было спонтанным, но совет директоров меня поддержал. Ладно, понял, понял. Поеду, покатаюсь. Выполняйте. Дома никого. Прислугу я отпустил. Угу. Вот этого я и боялась. Что, слишком? Да я не знаю, как к тебе относиться после всех этих квадратных метров. А это я спонтанно купил. В приступе внезапного жлобства. Перестань. Ты много работал. Добился успеха, можешь себе позволить.
Хочешь, я все это отдам очередному Дому культуры, а сам перееду в однушку? Не поможет. Ты навсегда останешься в моем сознании обладателем всего этого. А сколько у тебя комнат? 7. 7 комнат, не считая мансарды. Да. Действительно слишком. Ну вот. А я хотел повыпендриваться. Лень, я тоже выпендриваюсь. Разве не заметно? Я просто не знаю, как себя вести. Если честно, я тоже. Но я его не покупал, честно. Ну, конечно. Своими руками сделал. Почти. Ага. Длинная история, он мне достался в наследство от деда. Угу. Да. Хочешь порулить? Я нет, я же не умею. Заодно и научишься. Ну, не на этом же учиться. Он, наверное, миллион долларов стоит. Не стоит он столько. Садись. Давай, 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 садись. Ну, смелей. Дверкой хлоп. Заводи. А педали? Не, не надо. Заводи. Только. Ладно, завожу. Поехали. Так, налево, налево, налево. Так, нет, нет, не надо, не надо! Спокойно, спокойно. Не могу уже. Правила не нарушай. Тихо, 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 тихо. Налево, 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 налево. Автобус, автобус, автобус! Что ты? Так. Мама. Едем, едем. Ну мы вместе или нет? Да. Едем на море? Да. Крем для загара есть? Нет. Мама. Нравится? Да, очень. Только это, ну, как-то не знаю. Это же дурдом. Ты так развлекаешься? Это мой автомеханик. А. Мечтает покорить весь мир. Ага. Слушай, прости, я не могу. Да брось. Я, нет, я правда не могу. Мне такое ощущение, что мы в чужой дом залезли, и сейчас тут войдет. Я понял. Мы просто не с того начали. Пойдем. А, нет. Виски, водка, вино, белое, красное, розовое. Нет, нет. А, понятно? Нет. Глюженок. Oui. Ты неправильно меня понял, у меня непереносимость алкоголя. Я от одного бокала я лепеть начинаю, или я полностью теряю контроль совсем. Ты прости, конечно, но мне только этого и надо. А ты? А я выпью виски. Я выпью виски. Вкусно. Сбегаю за Людиком. Я поставила десерт на четвертый стол. Нет, на восьмой. Гратен де финуа. Да. Поднос там. Тань, я подонок.
лживый, трусливый лузер. Но я тебе обещаю, у нас будет точно такой же дом. Добрейший. А на кровати не пробовал? А я... Да, я просто вчера убирался, заснул. С приездом, Леонид Сергеевич. Спасибо. Я ночью приехал. Ну, как тебя такого здесь заметишь, что? Ну, давай, прибери там за собой тогда. Всегда в своем репертуаре. Я тебе говорила, мне нельзя пить. Вот я пытаюсь теперь как-то загладить. Мне из офиса звонили, надо срочно ехать. А, так в субботу же? Да там форс-мажор. Давай отложим праздничный завтрак на потом. Подождут они 2 минуты. Я же старалась. Нет, не подождут. Ну, вкусно же. Пошли. Пошли. Я документы забыл. Леонид Сергеевич, я там на 9 на ТО записался, мне надо ехать. Ну хорошо, езжай. А кто тебя в машине такой красивый? Да вам почудилось. Почудилось. Доброе утро, Полина Геннадьевна. Привет. Да ладно, колись, что ты? Надо ехать. Я телефон забыла. Здрасте. Здрасте. Вот. Знакомься, это Полина. Очень девушка приятно. Моего старого друга. Вот, кстати, он. Я Таня. Петя. Без рук.